Sports. It's in the game. Погода сегодня хорошая, и все готово к началу матча. Возьму на себя представление комментаторов. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, для вас, как всегда, работают Георгий Чертанцев и Константин Генич. Сегодня Пари Сен-Жермен сыграет против Париса. Ди Мария! Как играет Доннарумма! Разыграть угловой решили через пас. Месси. Уверенная игра в отборе. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защиты. Хороший отбор. Соперник остается без мяча. Отличный пас прошел. Мбаппе. Момент для Мбаппе. Обстановка мяч отскакивает. Добивает. И забивает он. Все хорошо. Только где же был вратарь? Повторяю, там гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Да, каков завершающий выход 1-1. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Отлично сыграно. Может быть опасно. Хеди Мари. И мяч в ворота. Пари Сен-Жермен забивает. Вновь счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Идриса Гейе. Какой момент у Мбаппе! Доннарумма! Хороший пас на соперника. Мяч ушел за пределы поля, и Пари Сен-Жермен идет мяч в угол. Килиан Мбаппе. Марко Верати. Азит. Мяч переходит к сопернику. Эдавар. Нестандартное решение Ди Мария. Я понял, но я показал, пошлин келли мне. Штанга. Мяч отскакивает. Алиги, да нам пока когда нам кидаем. Несколько минут назад, но подвела точность, они упустили болевой момент. Грубый отбор тут и желтый увидим мы. Будет штрафной подавать.
Ашраф Хакими. Лионель Месси. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Так, здорово, он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказал. Один мяч можно отыграть. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Почти полностью мяч забрал себе сейчас ПСЖ. Здорово они смотрятся, в середине поля хорошее движение мяча, но в данной ситуации, когда ты ведешь в счете, это, пожалуй, лучший вариант, чтобы измотать соперника еще больше. Как здорово Вератти сыграл на перехвате. Мбаппе. Лионель Месси. Как отлично он мяч перехватил. Неймар. Разобрался и не позволил мяч отправить в ворота. Молодец, голкипер. Неймар. Он хорошо держит мяч, а отнять его пока не получается. Идриса Гейе. Отличный удар. И есть блок. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Неймар. Уверенно играет в отборе. Месси с мячом идет вперед. Отлично в ситуации разобрался и перехватил мяч. Мбаппе. Какой момент!